Привет, баба Вера, как всегда с вами. И что я хочу сказать? Я хочу передать привет Казахстану. Вы не стесняйтесь, подтягивайте. Украина передает вам привет. И сейчас меня очень попросили, написали, как Бога прошу. Я ж не могу отказаться. И они мне пообещали, что я не пожалею, что посмотрела этот их клип, короче. Так что привет из Украины приняли. Все мы братья, все мы... Советский Союз как был, так и есть, я считаю. Это только там богачи, у них денег дофига имеют за что драться. А мы не счита. Мы все одинаковые. Так что предлагаю посмотреть РКС Махан и Терегали Тереэли. Короче, бабушка по-казахски не читает. Алло, это я прочитала. Так что давайте посмотрим. Обещали, не пожалею. Поехали. Класс!
Вау, я просто вау, в умате или как? Такая песня, знаете, вот слушала, и она прям наполнила мое сердце добротой таким и покоем, зарядила хорошим настроением. Я ее послушала вообще. Казахстан, мне очень нравятся ваши песни. Хороший народ, хорошие люди. Песни хорошие, поэтому. А природа и восхищалась, смотрела. Вот все прям так, вот гармонично, все прям, ну, восхищалась, что я могу сказать. Очень классная песня, очень приятно было слушать, такие голоса вот зацепили, прям в самую душу влезли. Я будто растворялась в этих голосах, в этих ихних песнях, понравилось, нежно, трогательно, так вот все было. От души, одним словом, Казахстан. Украина оценила. Всем, всем желаю добра, такого же, как я. Вот. И кучу эмоций, таких, как я получила. Любви и уважения всем. Пока-пока. До новых встреч. Yeah,